Привет, всем привет! Давно меня не слышно, давно меня не видно. К сожалению, ребят, я болею, до сих пор болею. Разговаривать тяжело. Так что будем открывать сегодня ключи. Время у нас осталось мало, 17 дней. За это время надо нам и поменять клиента, уйти на Абис клиент. Я вам покажу, как это делается, конечно. И сверху еще прокачаемся, сольем всю генетику, сольем все чипы, посмотрим, насколько качнемся. Ну а сейчас пойдем по ключам. Сразу говорю, на самом изначальном, что я покажу торну в самом начале, открою, когда все уже полностью. И потом покажу уже результат. Ну, то есть единственное, что золотые ящики откроем, ну, как всегда, медленно и со вкусом. Ну вот, короче, все ключи зеленые посливались, то есть ничего не осталось. Остался 21 ключик. Золотой. В общем, получилось столько аркончиков. В общем, неплохие арконы. Я потом посмотрю, что-то где-то переставлю. В питомцев, короче, напихаю. Ну, по крайней мере, вот хороший питомец. 18 тысяч к силе. Ну, то есть, посмотрим. Думаю, что как раз подойдет. Ладно. Но это начально. Ну, а там все, что мелкое, короче, я просто, ну, раскидаю. Оно не нужно, короче, совсем. Вот. Дальше. По количеству торнов, ребят. Было 7000, сразу говорю. Стало 102. То есть 100 тысяч примерно торнов упало, плюс упало где-то примерно 5000 звезд. 5000 звезд с открытия. Простите. Поэтому поехали 21 последний откроем. И я буду потом торны перекручивать уже. Посмотрю, что выпадет. Ну а сейчас, наверное, давайте нам побольше удачи. Да. Хило. Ну, мало. Так чипы и сыпет. 4500. Хорошо. Чипы мне сыпят. Вот реально просто чипы сыпет и все. Ого. Круто. А звезд 10 тысяч дашь? Не, чипы даст. Много чипов даст. Две 300. Так себе, кстати. Звезд мало дает. Еще 8. Что-то не везет. О, 2700 звезд. Прикольно. Вот это нужная вещь сейчас. Ну, 4700 тоже хорошо. Ну, это надо. Это неинтересно. Неплохо.
Все. Боли монету. Ну что? Что у нас получилось? 143 тысячи. То есть 43 тысячи золота упало только что. Плюс еще сверху 4 тысячи звезд бахнулось. Нормально. Нормальненько. Ну, в общем, к Новому году постепенно скручиваемся. Итак, скоро будем сливать, короче, 470 тысяч у нас генетики с улучшением 850 плюс будем сливать 237 тысяч чипов у нас с улучшением 50-ник. С него, кстати, начнем, чтобы было понятно. Так, и у нас здесь еще 151 тысяча при улучшении 700. Ну, не сильно, конечно, прокачаюсь, но думаю, до миллиона, может, я и дотяну. Хотя, думаю, нет. Миллион, наверное, слабо. Не вытяну я. Ладно, всем спасибо. Прикольно. Но иногда, ну, слишком много, когда копишь, ну, происходят большие напряжения. Вот как сейчас, допустим, я скручиваю свои рингтончики. Вот, было 1500, осталось 900-ник. Ну, то есть, и, соответственно, еще звезды будут улучшаться. На все про все у меня 17 дней. Ну, то есть, я периодически в клубе тусуюсь. Так что будет еще много-много чего звездного у нас. Ну, а так я пошел, наверное, торны крутить. Видос я по торнам делать не буду. Это неинтересно. А вот сколько выпадет, вот это вот, ну, как бы интересненько. Ладно, счастливо.